Друзья мои, всем огромный утренний привет. Я тут хожу дозором, наблюдаю за цветением, за распусками своих орхидей. В общем, смотрите, кто меня порадовал сегодня, даже еще вчера, но сегодня уже третий бутончик открыла Пинлонг Черри. Я что-то думала, что вот у нее меньше желтого, судя по видео, которые показывают на ютубчике те ребята, которые обозревают свои цветения домашние. Ну вот у меня вот такой вот желторотик прикольный. Вот ее кустик. Видите, какой у нее листик прикольный. Ух, намешано у нее там в роду очень много разных интересных сортов. И вот такой вот натюрморт. Исподобилась она мне на 7 бутончиков. Но вообще, судя по описанию, она очень любит подцвести гроздьями. И если будет на нее попадать солнышко, ну сейчас у нас зимний период, солнышка нет, только лампы, то она должна ароматить. Ну так, нежно-нежно. Я еще пока не ощущаю аромата, потому что аромат сейчас исходит от другой дамочки. Вот в соседях у нее моя любовь, парфюмерка Адорион, моя спасенка. Вот она. Немножко у нее неудачное расположение, но. Вот такой спиннер она мне открыла первый, чем очень удивила моих домашних. Они мне говорят, что это? Это как это? Я говорю, да, вот так и бывает. Потом открыла вот второй уже. Стандартик свой небольшой. До чего же они яркие в зимнем цветении и в начале распуска. И посмотрите, такие немножко ажурные края. Прикольные. И вот открылся еще один цветочек. Он развернут, отвернут. Вот прям хоть бери, знаете, так разворачивай стеллаж. Давайте развернем. У меня стеллаж не на колесах. Лимоша, извини, у меня там попугай сверху стоит. Мы должны посмотреть со всех сторон. Пробраться сюда. Ну, обычный цветочек, обычный. Ну, это парфюмерная фабрика под названием Адорион. Очень любит ароматить. Девочки, вот все никак не распустится моя вот эта вот дисхидия авата. Видите, как она тут бутоны растит. Так, здесь у меня детка растет. Растет небольшая на кончике цветоноса. Вот так вот я вам покажу. Корешки растет, но это процесс медленный. Здесь тоже цветоносики растут. Это Golden Baby. Такая малявочка. Ой, боже, чумазые все. Так, я с нетерпением жду распуска моей вот этой шиллерианы. Прям она меня держит в напряжении. 4 этих бутона, вот эти 4 вишенки, это что-то с чем-то. Здесь тоже формирует, все продолжает гроздь цветов Сога Вивьен варигатные. Здесь дуем бутоны. Вот эта красота. Очень желает цвести. Вот распустила уже 2 цветочка. Вот такая прелесть. Вот знаете, вот какие-то переливы. Это вали персиковый а-ля легато, да, девчонки? Прикольный такой. Ну вот что-то вот в этих всех пичесах есть общее. Плохо видно под таким освещением. Ирен Добкин там что-то себе придумала. Какой-то такой цветонос замысловатый растит. Я понять не могу. Ну вроде вон появились бутоны, ответвления, что ли. Я так понимаю, что она будет почки, видите, и собирается там мастырить ответвления. Ну, хорошо. Вот этого красавца я все жду. Вот это просто. Бутон обалденный. Посмотрите, какой. Это Эмбер. Эмбер. Я уже всех замучила своим Эмбером. Ну, вот у него 3 бутона.
И вот этот вот прям хочется так вот подойти, его щелкнуть по носику, чтобы он раскрылся уже. Но бутон интересный, такой лаковый. Цветочек тоже должен быть интересный и ароматный. Так, ну вроде все. Здесь у меня я вам показывала сапфир отцвел. Засушил свои два цветоноса, но еще не до конца буду срезать. Но он, вот видите, еще один цветонос новый растет. Молодец. А здесь у меня беглип радуга тоже растет цветонос. Доращивает, не доращивает, а уже доцветает на своих кончиках. Цветочки держит моя медуза. Украшение этой полки. Она с ранней осени вот так вот растит эту удочку и доращивает цветочки. Они уже такие не шибко свеженькие, ну радуют своей белизной. У нее вот соседка появилась веселая, радужная. Чем два беглипа соседствуют. Так, здесь у меня, конечно, все больше бутоны. Биг Бэнк растит бутоны, листик и корешки. Вот пошла наконец-то в рост цветоноса, ударилась. Вот это моя сейн, тоже она очень долго и нудно растит. Вот растит четвертый, надувает бутончик. Это черебом. Да, черебом, пилорик, посмотрим. Очень меня порадовала вот эта красотка, пока бутончиками тремя. Joy Fairy Tail, молодец такая вот. Вот здесь у меня дует тоже несколько бутонов. Моя открытая система, вы все с ней знакомы. Это моя спасенка, так сказать, тоже. Я их таки называю спасенки. Ну вот видите, корешок уже подрос. Один из корешков подрос. Ну, буквально там два корня в росте, остальные не хотят. Значит, вот здесь я ожидаю с большим нетерпением открытия этих двух бутонов, хотя бы одного первого. Вот это должна быть, по-моему, да, бабочка Joy Spotted. Это кошмар. Сегодня мне там что-то открылось на формозе. Причем эта формоза одна из последних прибывших, такая вообще размер 1,7. И она как начала тут гроздь растить. Вот такую, девчонки, посмотрите. Вот такая открывается формоза. Я вообще сегодня с утра хожу, не могу понять, что оно такое, с чем ее едят. Бабочка, не бабочка. В общем, уже в следующий раз покажу вам, когда распустят все свои. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь бутончиков. Такой вот чепчик интересный приоткрыла. Ну, миленькая такая, интересная. Ну, вот решила подсвести в размере вообще... Как она называется? Формоза Крэмбери. А я не знаю, может, это не бабочка. Чего я взяла, что это бабочка? Мне уже бабочки везде кажутся. Не знаю, девочки. Даже не знаю, как она распускается... полностью, не полностью. Ой. Неудобства испытываем из-за нехватки жилища. Там вижу, вот у нее повырастала трава какая-то в горшке. Все нормально. Сегодня так посмотрела, вроде еще не сильно сухо, еще потерпит. И потом надо будет их всех попротирать, листики все вон. У меня тут лимоша сверху живет, попугайчик мой, так она тут скидывает на них вот это, трусит все. Девочки, вот моя Валли, которая другая, которая погибла, вот один бутон засушила, видите, другой оставила. Не знаю, краешек цветоноса еще нормальный. Почка вроде как набухшая, но не развивается. Не, ну понятное дело, что ничего с этого особого не выйдет, ну мало ли. Мало ли. Так, Миросом Бьюти, что-то там она вот этот лист, о, остался у меня в руках. Интересно. И вот это тоже Сога Рандини. Давно уже желтит, но не знаю. Может, сейчас пойдут ростовые процессы посильнее, раз уже принялись листья отпадать. Но это что-то Миру тоже. Может быть. Но она вот тут корни растит. Может быть, что-то изобразить Миру Сан-Бьюти. Где твои корни? Вот корни растит. Они в активном росте.
Ну вот не листика нового, не цветоноса, так она мне и не показала. А я очень хотела на нее посмотреть, очень. Загорели краешки листьев, видите, загар. Это от того, что, видимо, ей сильно интенсивно светят эти лампы. Хотя 18 ватт, не знаю, ну что-то возможно, раз есть загар, значит переизбыток. А вот, кстати, Рендопке нравится, когда очень светло и хорошо. Так, вот это у меня здесь вот такая же грозди у моего красавца кристального водопада. Тоже очень хороший, мощный такой представитель. Вообще, видимо, орхидея приличная. Так, и сидит тут мой тетраспис. Забыл, как он называется, но он какой-то красный. Он не Red, а там у него название какое-то интересное. Ну, тут даже написано. Сейчас я вам скажу. Чан Фонг. Ну вот он, знаете, он приехал уже давненько, весной еще. Вот он просто сидит. Там один корешок что-то вроде как заактивничал, а он вот просто сидит, ни то, ни но. Я не сильно люблю такую ситуацию, но непонятно, что с ним и как с ним, но это ж природник. Ну, вот как-то вот он, да, молчит. Размер 2,5 молчит. Вот размер 1,7 тетрасписа С1, он как-то и корни растит, и листик вырастил за лето, а этот какой-то грустный. Так, здесь у меня тоже разветвил цветоносы после того, как я обломал. Ну, кто-то из наших обломал. Никто не заметил, что обломал цветонос. Ни на кого спихнуть, не знаю. В общем, как-то вот так вот это все выглядит на сегодняшний день. Ну и еще одна полочка, я вам покажу, что здесь происходит. Так, здесь вот вырос цветонос и бутонница вот у этой бабочки. Сняла я ей тут лист, который она продырявила. Это Чайлин Рейнбоу. Ну, немножко так вроде как тургор получше стал, но в целом она мне по состоянию не очень нравится. Ну, такая. Но это может быть потому, что вот она, чем больше растения, тем оно транспортировку как-то тяжелее проходит, длительную. А вот растения, которые 1,7, 2,5, такие поменьше, они как-то, мне кажется, не так на них сказывается транспортировка. Но уже лучше, уже такая в тургоре. Так, вот такой у нас цветонос. Все еще растит наша сакура, вот эта огромная. Это у нас тоже тут должна быть бабочка. Так, кстати, девочки, с моей вандой все более-менее. Мы там было видео, я там заливала перекисью. Вот видите, вот после того, как я один раз залила перекисью, после этого я не повторяла эту процедуру. Закуклились было корни после моего такого. Сначала хлоргексидином я нечаянно пролила, спутала хлоргексидин баночку с перекисью. И потом вылила быстро и уже залила с перекисью на эту банку. Тут, по-моему, 400 или 500 грамм, да? Пол-литровая, столовую ложку. И она позакукливала, оно там все зашипело, подходила зелень. Но она потом позакукливала корни все, и вот она опять их раскуклила. И грозит мне этими корнями, говорит, только попробуй еще такое вытворить. Ну, я не могу. Так, в общем-то, вот тут цветонос растит Champion Lighting, так его зовут. Вот такой вот. Так, здесь малышня без всяких признаков. Ну, как, признаки роста есть без цветения. Так, Black Piano вон растит цветонос. В общем, все нормально, девчонки. Здесь моя отрастила вот такой вот цветонос орхидея под названием Чемпион. Но это не Чемпион, там это сложный гибрид, но она такая с большими такими красивыми цветами. Ой, Хатуюки два цветоносика вот так растит дружненько, параллельно друг другу. Замечательная орхидейка и корешки, вот нравится мне. Нравится мне Хатуюки. На картинках, не знаю, как вживую. Знаете, очень часто бывает, что смотришь на цветение через экран, и оно тебе симпатично. А вживую как-то встречаешься и разочаровываешься.
либо наоборот, через экран не очень, а вживую вау, неплохо. Так что вот так. Так, моя Васильна сукня, это свадебное платье, wedding dress. И он на трех языках. В общем, там что-то растит. Вот этот листик был с отеком. Ну, все нормально, вот этот отек. Ничего я с ним не делала, так он и остался на листике. Нормально, нормально. Все хорошо, только мы все в какой-то пыляке. Вот эта орхидея, я вам, наверное, рассказывала. Что-то мне показалось, что у этого товарища какая Фрэнк Мэри Эхот. Нет, неправильно. Фанг Мэй Эхот. Мне показалось, что какая-то беда начинается в середине, прям в самой середине. И я его поштукатурила топсином. Да, это топсин. Не знаю, девочки. И вот так вытащила из стаканчика, положила кору вниз и поставила его с корешками. Вот так вот прям. Посмотрим. Ну, не знаю. Вроде, ну тут сейчас замазано все, не видно. Но прям было такое ощущение, что в середине прям какая-то бяка мокрая. Ну, девочки, зима, холода, всяко может быть. Приезжали тоже они уже по такой прохладной погоде. Всяко, где-то может что-то там, где-то может я что-то брызнула. Ну, как же ж без этого? Кто его знает? Каждая же орхидея по-своему на все это реагирует. В общем, вот такие красотки на нашем стеллажике. Так, низ моей Леодора погребенный в камни так и стоит. Ну, хотя бы что-то мне там мелькнуло. Но она вот так вот стоит. Ничего я не вижу. Но откуда-то же она должна... Вот это выломала я детку, когда снимала, выломала середину. Верхушку. Верхушка у меня отдельно стоит в ведре с мхом под крышкой. Тоже не трунено. И низ стоит отдельно здесь. В таком соорудила. Вот это серамис, что я насыпала тут всего. Не знаю. Там вроде влажненько, тяжелое ж. Ну, там было три корня. Три. Я их там засыпала внутри. Не знаю. Девочки, не знаю. Надеюсь на чудо. Ну, нет, так нет. Ну, вот тургор есть, но такая, знаете, на папирус похожая. Это вот история. Ну, стоит себе, да стоит. Может быть, дождется весны и что-то изобразит. Ой, так мне нравится, этот, когда новые корни от шеи орхидеи растят. Красота. Это от Сони. Номер один такой. Слушайте, ну, не знаю, что с попугая все сыпется, что все кругом... В таком белом налете. Кто-то листики растит, кто-то корешки растит, кто-то вообще сидит и ничего не растит. По-разному. Но всему свое время. Так, это кто у нас? Это Бэтмен у нас здесь тоже возвышается над всеми. Я его в бокал что-то поместила. Нормально растит вон цветонос. Потом полюбуемся на его несколько цветочков. Так, возвращаю ванду на место под солнышко. И буду, ребята, собираться. Иду, дитя заберу из школы. Все, друзья мои, всех обнимаю. Спасибо, что провели этих 20 минут со мной на моем канале. Спасибо, что заходите, пишите комментарии, делитесь своими историями. Оставляете свои отзывы. Спасибо. Кстати, сразу вам покажу. Была в гостях, и у меня уже есть Бонни, но мне надо было вот еще один. Но это не Бонни, это не Бонни, это, наверное, хохлаты. Короче, еще смыкнула отросточек. Будем очищать воздух. Да, девочки? Будем чистить воздух. Все, друзья мои, бегу. Бегу, спешу, лечу. Гиподинамия, что это такое? Надо все успеть. Всех обнимаю, всем мира и добра, всем всего наилучшего. Будьте счастливы!